Югорчане заинтересовались викториной, посвященной 900-летию округа. Об этом сегодня рассказали члены оргкомитета. Напомню, масштабная историческая акция стартовала 24 февраля. И уже от жителей поступают частые звонки с вопросами, куда относить заполненные анкеты. Об этом станет известно позже. Пока же в викторине может принять участие любой желающий. Для этого достаточно заполнить анкету из 10 вопросов. Скачать ее можно на портале «Открытый регион». Викторина является пилотной в большом проекте «Югра многовековая». Затем эстафету мероприятий продолжит конкурс творческих работ. От югорчан ждут сочинений и рисунков по истории округа. Также в рамках патриотического проекта «Мой дом, моя Югра» участники смогут снять видеоролик о достопримечательностях своего родного города. «Югра многовековая» – это многоуровневый проект, где предполагается академическая составляющая, то есть многотомная история Югры, где предполагается просветительская часть, в которую и входит викторина. Причем эта викторина рассчитана как на 10 вопросов, так дальше эссе, рисунки и какие-то иные работы. На заседании оргкомитета отметили, что инициатива общественников вызвала не только интерес жителей Югры, но и ажиотаж в соцсетях.